Привет, друзья! Компания Xiaomi в рамках своей большой презентации представила не только новые часы, про которые я вчера рассказал, ссылку оставлю справа наверху, обязательно посмотрите, но и представила новую серию смартфонов Xiaomi 12S. В нее вошли три флагманских аппарата. Помимо базового 12S есть также модели 12S Pro и 12S Ultra. Xiaomi 12S и Pro версии похожи друг на друга внешне, а также на серию Xiaomi 12. Модель Xiaomi 12S Ultra отличается от младших смартфонов массивным блоком камер на задней стороне. Но давайте рассмотрим все новинки подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Все характеристики серии Xiaomi 12S вы видите на своем экране. Производитель заявил, что Xiaomi 12S и 12S Pro смогут работать на полном заряде аккумулятора дольше одного дня. Неплохое заявление. Но давайте рассмотрим каждый смартфон по отдельности. Xiaomi 12S оснащен 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, и частотой обновления 120 Гц. Тыльная камера тройная с главным сенсором Sony IMX707 на 50 Мп, шириком на 13 Мп и макрокамерой на 5. Доступные расцветки – черная, белая, сиреневая и зеленая. Внутри батарея на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. Что касается Xiaomi 12S Pro, он больше. У него 6,72-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Тыльная камера тройная, все датчики на 50 Мп. Емкость батареи в 4600 мАч. Предусмотрена функция быстрой 120-ваттной проводной зарядки. От 0 до 100% смартфон заряжается за 19 минут. Есть также интеллектуальный режим зарядки за 25 минут. Преимущество – батарея не нагревается. Кроме того, смартфон поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку и 10-ваттную реверсивную. Xiaomi 12S и Pro версии предлагаются с 8 или 12 гигабайтами оперативной и 128 или 256 гигабайт флеш-памяти. А сейчас к основной новинке – 12S Ultra. Главная камера – однодюймовый сенсор Sony IMX989. Другие две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая. Есть поддержка 120-кратного цифрового зума. Камеры всех моделей 12S настроены компанией Leica, с которой Xiaomi ранее заключила соглашение. Кроме того, модель Ultra поддерживает запись видео Dolby Vision HDR в 4K и Full HD. Также камера может записывать видео в 8K. У Xiaomi 12S Ultra задняя крышка отделана под кожу, а корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Не обошлось и без стереодинамиков Harman Kardon. В Ultra версии также установлены фирменные процессоры Surge P1 и Surge G1, которые отвечают за контроль зарядки и мониторинг безопасности работы аккумулятора. Стоимость серии Xiaomi 12S начинается от 33 000 рублей за версию 8128 и максимально обойдется в 58 000 рублей за Xiaomi 12S Ultra 12512 гигабайт. Напишите в комментариях, как вам новинки. Особенно мне интересно, как вам ультра-версия. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены на технику с AliExpress. Спасибо за ваши лайки, впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.